Но есть все-таки в России здравомыслящие люди. К сожалению, их меньшинство, но есть. Например, вот этот вот мужчина. Журналисты решили проехаться по селам, возле которых шли вагнеровцы во время своего мятежа. И, на удивление, этот мужчина не рассказывал, как в РФ замечательно жить. Что снимаете? А мы снимаем просто про жизнь людей. Мы едем из Ростова по трассе М4, общаемся про жизнь. А про что? Молодец. Вообще про все, про какие тут зарплаты, чем живет село, чем занимаетесь и все прочее. А живем. Почему? Честно говоря. Почему? Все четко и понятно, и никто даже и не сомневался. На этом, в принципе, можно было бы и заканчивать. Но вы скажете, что я вырвала слова из контекста. Правда, какой может быть контекст во фразе «в живем», я не знаю. Но Z-патриоты упорные в своей Божьей России. Так что для вас слушайте, а я пока за попкорном. Я сторожем сейчас работаю. 18 получаю. И что? 18, семья есть, дети есть. Конечно. И что я на 18 тысяч? Куда мне в Аннер идти? Или куда? Бабушка, куда мне защищать кого? А про Пригожина что думаете? При Пригожину? Хуй не дошел туда. Ну-ка не ругай. Что хуй, что не дошел, блядь? Я так счастлив был, блядь, чуть-чуть не дошел. Не ругайся, слышишь? А то тебя посадят. Поэтому вы это... Вы так можете записать.